Там был красивый-красивый вид, горы, но Настя, как всегда, не успела. В этот раз, если вы знаете, вы просто не видели, в этот раз он сам схватил телефон и хотел снимать, но наслаждайтесь красиво. Едем в горы отмечать 4 этого, чего? 4 июля. О, а мы здесь проезжали, смотри, вон свинья на крыше. Мы же, помнишь, ездили тут за клубникой когда? И не только, мы, кажется, ездили туда повернули, а теперь? Да, теперь прямо. Нет, и мы друг друга совершенно не перебиваем во время разговора. Да. Только Настя меня. А там наша дочка где-то впереди в кабриолете сидит. Да. Едут подружки. Волосы развиваются. Руками машут всю дорогу там под музыку. Сейчас поедем на гору, поднимемся, посмотрим на красивый вид, покажем вам. Да, сами посмотрим тоже. Да. Еще ни разу там не были. Говорят, очень красиво, впечатляюще. А теперь будем. И вы с нами. Так что поставьте лайк. Поставьте колокольчик и продолжайте нас смотреть. Так, ехали мы, значит, ехали, как всегда, да? Как у нас бывает. Ехали, ехали и приехали. Не доехав еще до гор, увидели маленький водопад, решили остановиться. Сейчас пойдем посмотрим. Тут куча машин, люди все останавливаются, разуваются. Многие даже вон ботинки оставляют, видимо, забывают. И тут какой-то большой водопад такой. Да шучу, небольшой, но прикольный, красивый. Ну и надо же пойти ноги помочить, да? Обязательно. Ой, водичка такая свеженькая. У людей фотосессия. Пульк, пульк. И тут много-много таких водопадов везде. В горах, на озерах. Но некоторые прямо возле дороги есть. Вот. Совсем близко. Тут лианы какие-то. Наверное, можно скатиться на жопе, да, так вниз. Иху! И полетел. Кто-то же выложил. О, а тут еще один водопад. Ну нормально, что? Так, туда, говорят, ходить нельзя. А тут можно. И еще ступеньки вверх идут. Красиво так водичка падает. Такие камни. Магнолия растет. И дерево висит. Да. Просто вдоль дороги. А если куда-то дальше идти, то можно что-нибудь поинтереснее найти. Тут есть трейлы пешеходные такие. И еще можно выше подняться. Там, наверное, третий водопад, не знаю. Так, тут какая-то информация. Тут все-таки... А, тут такой трейл. Вот дорога, мы здесь вышли. И вот так по кругу большой трейл. Там есть какой-то... Вот еще водопад, еще какой-то Upper Falls. Не знаю, что за Upper Falls, но, наверное, какой-нибудь большой водопад. А вот так вот, если ты сильно перегрелся, можно остудиться под водопадом. В общем, решили мы сходить дальше по трейлу. Тут какой-то должен быть этот большой водопад. Так, а здесь остатки каких-то труб. Где-то есть остатки. А, наверное, пошли направо, Саш. Да, там вроде справа было нарисовано труба какая-то. Видимо, были дома. Когда-то. А, вот она, печка. Не труба, а печка. Осталась. Дома нет, а осталась печка. Старая какая-то, каминная такая печь. Вот здесь информация. А кому интересно, ставьте на паузу, переводите. Вот такая вот. Садишься туда и закрываешься. Да? А помнишь, эта сказка, кстати, была «Жихарка»? Ну да. Так, прочитали нам, перевели и объяснили, что это такое. Здесь был, в общем, когда-то давно навес такой. И когда в 1930-х, что ли, годах, когда появлялись дороги только,
они поняли, что им надо сделать что-то вроде такой рестерии, которая сейчас современная. То есть место для остановки, был навес, видимо, столики были, и вот эта печка была. И люди останавливались и, ну, могли покушать, перекусить. То есть это вот такая первая рестерия. Первобытная, скажем так. Ну, а мы идем дальше. Сейчас будем искать большой водопад. Ехали мы в другое место совершенно. Блин, тут лестница туда, тут туда. Но остановились здесь. Думаю, будет что-то интересное. Ну, а кто здесь водится? Колибри нету? Колибри нету. Полноводный, вообще бы интересно было. Вот мы шли-шли и пришли тут какую-то... На пирамиду прям лезть надо. О, вот там, наверное, медведь живет. Яна, Сергей, пойди посмотри, нет там медведя? Сейчас ты получишь его, медведь. Сейчас вообще нет. Папа шутит, Яна. Я нашел эту пещеру, смотри какую. Пойди посмотри, Денис, что там. Спасибо. Я тебе телефон дам. Вон он водопад. Ничего себе водопад. А мы к нему сможем подойти? А, наверное, туда надо. Туда надо перейти. Да, тут. Тут прям скала. На нее надо карабкаться. А, вон там, где Danger, табличка, точно. Нам туда. О. Да, нам именно сюда. Правильно же? Я английский плохо знаю. Здесь указатель я нашел, вот. Куда дальше идти. Опа. И как же к нему добраться-то? Смотри, как высоко. Такой, не знаю, видно, нет вам. Но наклон идет высокий. И вот он, сам водопад. Опа. Просто скала. Поток маленький сейчас. Воды немного. Ну, видимо, когда поток увеличивается, здесь все течет. Да, высоко. Туда я не заберусь. Это точно. Хотя там дорожка какая-то идет. Так что, кто наверх поднимется? Ну давай, вот здесь залази. Вот, вот тут. Я пошутил, не надо. А? Ну такой вот сделали его. Давай залезем. Нет, там химус. Там же написали. Там люди умерли, потому что они попытались это полазить. Ну да, здесь, конечно, разобьешься, если полезешь и покатишься обратно. А по этой горке? И по этой горке об эти камни и разобьешься как раз. Это нет. Ты сама этого, водяные горки. Сама этого не понимаешь? Нет. А вот ты можешь сходить туда, давай. Нет, не иди. Мы тебя снимем. Вон дальше проходишь. Иди, ползи там, мы посмотрим. Может быть. Сверху нам помашешь? Помашешь? Да, помашешь. Вот так вот во Флориде, короче. Мы, короче, это... Поняли, почему там мужик вначале, ну там видели, да, сидел под водопадом. Сейчас, походу, мы туда дойдем обратно, уже спускаемся. Думаю, и... планируем тоже присесть. Да, может, тоже сядем под водопад. Когда там было не жарко совсем, а тут такая духота, жара. Очень влажно. Очень влажно, да, мы уже такие прям. Как во Флориде, ну, почувствую. Только там еще жарче. Я не знаю, как во Флориде, но ну да ладно. Так, ну что, купаться будешь? Я уже. О, какая холодная вода. Ага, нагрелись, и вода стала ледяная. Нет, она была теплая, когда мы... Она была ледяная. Горячая была, как парное молоко. Надо приложить. Воду приложить? Ну, да. Прикладывайся в воду. А я пойду умоюсь, да? Надо же попробовать. Какая водичка.
Короче, просто дорога, трасса, дорога, ну вот возле этого водопада. И люди предприимчивые такие сразу раз, и торговлю здесь сделали. Водичка, перекусики, какие-то сувенирчики, огурчики. О, лимонад. Лимонад. Вот цены. А, кукуруза, пахнет кукурузой. Да, вареная кукуруза. Мороженое из этого, из льда, которое делают. Ну, вот так вот. Короче, проехали минут 10. И опять остановились, опять тут куча машин. Опять тут вон торговля, торгуют медом. Медом или вареньями торгуют, или чем-то. Сейчас пойдем посмотрим, что тут продается. Медик. Monkey butter. Интересно, что такое? О, яички. Смотри, перепелиные яички. Что такое monkey butter? Это, смотри, тоже амиши делаются. Smoky Mountain Peach Jam. Хочешь? А сколько стоит, спроси. Ой, патроны продают, видел? Спроси, сколько стоит, можно. Классно. Продаются оленя, варенье и патроны. Так, а тут, короче, какая-то скала просто. Большая каменюка. Наверное, с каким-нибудь красивым видом будет. Ну да. Но это не та обзорная площадка, на которую мы едем, да? Нет, это еще не доехали. Мы не так высоко, наверное, еще. Ну да. Как-то в какой-то момент у нее видно помыть. Она такая разноцветная тут была. Тут вообще тут столько. А может, дождями смывает? А, может быть, какие-то кислотные дожди. Сейчас она какая-то менее яркая. Раньше она прям такая была броская. Столько цвета было в ней. Так, а вниз там скатиться можно? Посмотрите, высоко, не? Это какая-то такая прям скальная порода, как будто бы как вулканическая. Я пойду босиком, чтобы не укатиться. Где-то же должен быть обрыв, да? Мы сейчас подойдем к самому обрыву. Или она так и будет идти туда? А, ну тут не то чтобы прям обрыв. О, люди вон колесо запускают. Да, тут не обрыв, тут такой. Просто угол разный меняется, и туда, вон туда. Везде вниз. Колесо нашли. Внизу. Аккуратно. Вкусно? Ну, это обычный мед. Просто мед? Вон, они его и запустили. Надеюсь, никому на голову не прилетело. Колесико спустили вниз. А вот там гринвилл. Там гринвилл? А, ну да, он похоже. Может, вам не видно, но там вот, вон, где-то вот там Гринвилл. Так можно спуститься вот там. Я думаю, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вниз. Ну, там где-нибудь медведь живет обязательно. Ладно, пошли. Наверх. То мне ноги уже горят, камень горячий. Весь разрисованный. Сказали, что был больше разрисованный. Наверное, смывает чем-то. Или его помыли. Вот здесь художества разные. В общем, всякие художники приезжают, пытаются здесь нарисовать что-то. А мы едем дальше? Мы еще не доехали. Я не знаю, может быть, еще по пути несколько раз остановимся. Потому что куда ни плюнь, везде достопримечательность. Ну, нам это только на руку. Мы такое любим. Смотрите, какая дорога. Видели? Мы уже высоко. Так сразу и незаметно. Высоко на горе. Едем вверх. Вниз будем ехать заряжаться. Круто поверх. Геленджики. Тут надо дрифтить. Будем дрифтить? Ну, возможно, когда вниз будем ехать. Я же, ну, в прошлом-то, кто не знает, был дрифтяном. Очень знаменит. Дрифтил потихонечку. Настя говорит, там все сидят тихонечко, но мы сейчас нарушим их тишину. Тут такая вот смотровая площадка. Да, вид, конечно, красивый. А вот там дождь идет, видите, вон, слева. Тут, в общем, крест. К
какие-то мемориальные таблички. Ну и вид, конечно, просто сногсшибенный. Надеюсь, оттуда торнадо к нам не придет. Немножко тучки нам испортили вид, но ничего. Красота. Подглядели, посмотрели и едем дальше. Тут мне рассказали историю этого места. Говорят, эта гора когда-то принадлежала одному человеку, и он подарил ее штату. И вот сделали такую смотровую площадку. На ней, кстати, часто проводят свадьбы. А мы едем дальше. И уже сейчас, похоже, дождик начинается. Уже моросит немножко, тучи уже над нами. И мы еще успели, думаю, на одну еще достопримечательность местную зайти, может там что-то видно будет. Тут какой-то тоже такая где-то смотровая площадка должна быть. Называется это место Голова Цезаря. Паркинг тут, столики, все как обычно, как везде. Даже есть зарядка автомобильная. Но там, как всегда, вот это надо свое приложение. У каждой компании свое приложение. И приложения этой компании у меня еще нету. А, дрон нельзя. И это время тратить больше, мы ненадолго приехали. Регистрироваться, вот это все. Почему они сейчас дадут одну общую, да? Было бы классно. Такую общую систему, когда ты какую-то зарегистрировался один раз свою машину и заряжаешь. Так, и тут смотровая площадочка должна быть. Возможно, даже не одна. Но тучи, тучи нам... О, там озеро, смотрите. Ничего себе, красота какая. Да... Только что-то тут как-то шумновато. Оп. Какая-то компания. Да, вид, конечно, потрясающий. Там горы. Тут обрыв просто. Я не знаю, вам, конечно, не видно, но тут просто нереально высокий обрыв. Вообще офигеть какой. Метров, я не знаю, наверное. Я не знаю сколько, короче, деревья маленькие-маленькие. Там озеро. А тут дождь начался. О, вон он, дождь идет. И прям уже начался капать. Начал капать. Так что не успеем мы тут много полюбоваться. А поедем мы дальше. Теперь жарить шашлыки. И отмечать 4 июля. Вот, будем продолжать. Да, все, поднимайся, становись на ступеньку и заглядывай туда. И крути ее вверх, вниз. Там ничего нет. А ты нажала вот это? Нету. Вот, вот так. Видно? Да. Вот, теперь смотри, вот там озеро, видела справа? Дождик пошел. Так, а тут говорят еще хотим успеть до какой-то кухни дьявола добежать, но дождь уже льет. Ой, ой. Ага. Гроза гремит.
Так, держи, Яна, Яна, держись. Не уши держи, а держись за перетя. Не бегайте. Какое-то ущелье мы попали. Ой. Очень узко. Так, ну что, дождь пошел. Мы закончили осмотр. Быстро-быстро, голова Цезаря. Не знаю, там где там эта голова была? Ты видела голову? Да, там где-то, наверное. Да, где-то там была. Может, вы там увидите. Не знаю, кому дождик, а кому нормально. Да, ну конечно, в шлямбуре да. В таком. Я подготовленная вышла. Палец чуть не сломал, блин, раз такая. Ударился. Ладно, мы поехали жарить барбекю. Бургеры, фигургеры, отмечать 4 июля. Ну, а вы оставайтесь с нами. Наверное, дальше будет что-то еще интересное. Я мокрая. А это что там за кашель такой? Что по жопе дам? Я не знаю. Все, не кашляй больше. Поставьте палец вверх. Подпишитесь, кто не подписан. Да, покажите. Этот палец. Не, этот палец, другой. Подпишитесь, кто не подписан. И... О, там яблоко. И смотрите дальше нас. Я думаю, что-то будет еще интересное. Обязательно.